присвободили. Я его суммонил, он просто АФК был. Он до сих пор АФК. Третью аву было бы неплохо, но, чтобы косты не сбивали. Интересная хуйня, конечно. Да, мы очень интеллектуальная игра, хожу. А чё, слышно, да? Да, вообще нет. Ни разу. Я вроде уже микрофон нет. Закрыл нахуй. Чем ты его закрыл? Рукой или колонкой? Вот так, левую, короче, приподнял булку и так положил и сел. Так, шоп. Здесь палец меня хуйню. Это называется замутить микрофон. Не спал? Нет. Да. Пошел нахуй. Дайте бафы, алло. Да подожди. Чё-то пошли еще раз гнева убивать, походу. Алло. Угу. Ну давайте. Куда вы пошли? Куда вы? Монки, ты... Монки, ты куда? Этого тащи, ебать. В смысле? Куда? Туда что ли? Тащите его. Нет. Бля, я потерялась. Мне надо его там бить. Да сюда притащи, еб. Ладно. Не-не-не, он через... Да, если так, то да. По краю. Если там через центр пойдет, блядь, всех запулит. Хуйня ебаная, блядь. Ну, такое, типа, копыта, как тебе сказать, босс стабильный, если ты тактику выучил, ты его убьешь, а ран, если зима не прокает, ты его убьешь. Ну, в случае нам всех убивать нужно, я считаю, что копыта полегче. Да, и там пояс падает кольчужный. Да, и там плащик на танка падает, охуенный. Там долгонок мой лежит, остальное не важно. Ну, сараный база, кстати, шмот похуже, так что лучше сначала убить копыта. Это кто за сову шарит? Я. Это тот, кто за совой играет. Не, ну из вас кто-то играл? Нет. В зависимости от вопроса. Он же как аркан маг, типа. Я хуй знаю. Мне надо, короче, тоже ДПС дает. Символ, который на фокусировку, он будет лучше, чем символ на лунный огонь? Или нет? Фокусировка — это звездный огонь, то что ближе стреляет. Там 10% урона. Конечно, лучше. Он, бля, в любой инсте лучше, потому что ты не мешаешь своим звездным огнем ничему. Еще и ДПС больше выходит. Ну так и лунный огонь почти тоже берут. Но его берут больше и не из-за урона, а из-за того, что ты рейду не мешаешь. Иногда ты просто не можешь прожимать. Не-не-не, я не про это. Я говорю, лунного огня берется, который кидаешь вот это параш. Оно снижается в входящий дамаг, который первый вешается 75%, но дотка увеличится на 90%. Нет, хилы комнату не закрываю. Это тебе на форум надо. Ну вот хуй знает, тут вот спросить надо. А гайдов там нету? Гайды для слабых. Лучше спросить у кого-нибудь, как Катя делает. Нет, как делал Мейтнери. Лучше спросить у других. Как Гангрена делал, лучше посмотреть. На другого и сказать, что мне это надо. Даже если там... Похоже, молодины тоже РП носят. Да нахуй, ебать. Я не даю чисто такие молодцы. Ой, подаван даже ачивку заполучил за то, что не залутил. Это-то нахуя не дать, я не понимаю. Ну это вроде не ПЕ. Так я вот и говорю, мне последнее надо. Что последнее? Для нашивки. Для ачивки.
Странно, что ты ачивку раньше не сделал. Там только атакующие заклинания, брас. Это моя тринька, брас. Ты же понимаешь, что то, что ты мне посох отдал, это ничего не меняет. Посох вообще-то я вам двоим отдала, вообще-то. Что, я вам долго не отдал? Ой, блядь, нубы! Если нубы, это моб, который исчезает, когда ты бежишь, он появляется, блядь. Нубы. Нубы. Агрос скинь, блядь. Нубы, блядь, агрос срывают. Да, задонатят себе на шмот, потом, блядь, хуярят больше, чем танк. Я вообще ни копейки не влил, блядь. Задонатят себе, а потом держать агро не умеют. Вы еще хуярить меньше, чем танк, ну это ладно. Еще и ВДК идут танчить. Ну. Что, у тебя ДК на Арана — это заебатая идея, на самом деле. Так, мы же на КП дойдем, не? Ну я вообще говорю. Так у этих, эти оперы убивали с помощью АДК. Хуета идея, там 10 тысяч урона поглотит и все. Ну хуй знает, знаешь, мы тоже думали 10 тысяч. А он, блядь, на гневе нажимает свою, блядь, эту хуйню. Ему вообще нихуя не снесло, что я смотрел. Просто ХП упали на процентов 5 или 10. Хотя там далеко не 10 тысяч дамажит дыхание. А это ему повезло, блядь. Ну как, 105. Он постоянно прожимал и постоянно удерживало. Вы про что, про дебилку? Нет. Про антимагический купол. У нее 2 минуты КП. Который на патче? Да. Да. Ну как бы это охуенный дефт вообще. Поебей. Понятно. Ну факт остается фактом, что он охуенно дефал. Да, Катя, где там по GPS у Куба? Секретарь кобейца. Сейчас узнаю. Он сам должен зачислиться каждые 5 минут. В Т5 нормально будет он холик, сейчас поебей. Ну сейчас на определенных боссов он только хорошо. Он чуть тоньше, но зато прожимка. Чем он тоньше? Ничего не изменилось. Ты не хилишь себя. Да ладно. Ты посмотри таланты мои. Я там наполовину вбил. Все те же таланты, кроме воли мертвых, нету. Бля, у меня ощущение, как когда говорят про ДК танка, подава начинает обижаться, и я как будто со спиной. Знаешь почему? Потому что, скорее всего, у него есть друг, который дал ему билд, и он сейчас, блядь, отстаивает его права нахуй за пятерых. Ну, возможно. Но то, что он угадал, старается... скажи честно, подал, я угадал. Спиной как будто, ну, прыжит, и билд не мой. Ну видишь, изи, ебать, это так очевидно, что пиздец. Билд не мой, но ты просто говоришь такие настолько глупые вещи, типа, ты посмотри сперва талант. То есть ты хочешь сказать, что ты, блядь, один талант меняешь и становишься от холи ДК, блядь, резко? Ну, я полностью убрал фрост ветку. Ну, для рейда. Ну, блядь, а зачем ты ее раньше берешь? Какие она плюсы тебе дает? Нет, ты про сейчас говоришь про гибрид ДК, а я говорю про блад ДК. Вы хотели кобу? Вот вам коба. Ну, Коба. Так, Коба. Ты посмотри, какие таланты берет гибрид. Так мы это сейчас фу... говорили про Блад ДК, а не про гибрида, как бы. По-моему, про анхолика начинали, что вы, блядь? Нет, мы сравнивали, что анхолик чуть тоньше, чем Блад, я сказал. Так же было, он и не говорили гибрид. Точно такой же. Ну ладно, хорошо. Анхолик говно, фрост говно, БДК топ. В моем понимании БДК тот, который когти взял. Вот ты со своей волей, блин, достал. Воля мертвых топ, нахуй, это не обсуждаю. Да хуйня, у него тоже друг, скорее всего, тоже какой-то. Какой друг, нахуй? У меня за плечами танкование, блядь. И он такой, знаешь, это один и тот же человек? И он такой по приколу, думаю, давай я этому скажу то, а этому... Уже всему, блядь, вообще похуй, пока ты вытанковываешь. И ДПС также, хоть ты, блядь, фростмаг будь, главное, чтобы ты ДПС давал. Не, это да, шаман, в отношении там ДДшников, да, хоть что, только ты ДПС давай. Ну вот Энху, скажи, это... что он рейду дает, блядь? Если есть ДК танк с когтями, блядь, что он дает рейду? Нихуя не дает. А если тотемы нет, ставят, нет? Похуй на эти тотемы вообще всегда будут. Ну действительно, блядь, резисты, хуисты, блядь, зачем они нахуй нужны? Ну так, десятки я сейчас где-то его и могут. Скорость еще, каста для СПДшника, ой, для кастера. А, это все поебень, 25-ки ему точно. Согласен. Согласен. Не, ну и Энха берут, я всегда... 25-ки же 25 человек, которые все уникальные бафы имеют, правильно? Да. И Энх там не пришей к пизде рукав. И вот только берут, ну, когда у него... То есть у тебя 25 человек, и у каждого свой уникальный баф. Одного уберешь и что-то потеряешь сразу, да? Нет, нет, почему? О, как нет? Ты сейчас говоришь, что Энх ничего не дает, значит его нельзя брать. У тебя...
Скорость. Два роги тоже нихуя не дают. Ну, два на пула, ебать, охуеть теперь. Так, ну, где шамиль? Ну, вот просто я на Энхе тоже приходил, топ-1 давал, и пацаны такие, блядь, ну, наверное, все-таки надо его брать. Я и говорю, блядь, когда Энхе дают дамаг, они берут, когда не дают, не берут, блядь. Просто Энх агро рвет, что хуево. На все это есть один ответ, данный великим человеком, Питером Гриффином. Боже мой, да всем насрать. Да. А где шамиль? Я откуда знаю, где шамиль? Позвони ему, это ж ты умеешь, а не... По GPS-у проверь. Короче, до Т5 ДК с воли мертвых топ. После Т5 все 4 танка заедись. Ну, для рейдовых бафов ВАР уже нихуя не дает, кроме крика, блять. И рывка. Мишка. Ну, ВАР армс дает. Ну, армс это ДД, я про 4 танка. Ну да. Но он настакивает минус броню. Не надо этим заниматься ДДшником. Только рейду нихуя не дает. В смысле, минус броня рейду, блять, летит. Да, это хуйня. Ну конечно хуйня. Нахуя вару, да, настакивать это хуйня? Любой довод приношу. Так а нахуя ему тратить время, рагу, это ГКД кидает, понимаешь? А он просто стоит и тратит свои ссаные ГКД. Есть такое понятие, как окна, там есть окна у него. В смысле, есть такие боссы, где нет окон. Вот тебе сначала с пула нужно настакать минус армор для всех. И ты стоишь и тупо стакаешь это говно, не ДПСишь. А это может сделать танк. Не знаю, играли, стакали, никто не жаловался. Ну, кто не стакал... Конечно, не жаловались, потому что выбора нет. У них выбора нет. А если так, есть танк, нахуй им стакать. Я отошел на минуту. Коны попросил 3 минуты тоже. Ну все, курим. Да. Че, надо считать тактику, наверное. Где-то. Ну сейчас, я подожди, коны в Дискорде нету. Ставлю пока метки. Что это за картинка? Метка демона, метка демона. Копыта мили-мили танк, РДД, петозон упал. Ну вот. Это кто где стоит? Ну вот если метка демона кинется. Когда? Если метка демона кинется на РДД, то он будет бежать через мили, через всю эту парашу к метке демона. Не-не-не, там в метках демона стоят уже два человека готовые. А если на них кинется метеор? Ну, так на них и падает метеор вроде. У нас, короче, я стою в кресте. Локал стоит в квадрате. И мы стоим просто дамажим босса. В нас будет падать метеор 100%. Вот, метеор падает, с него вылезает 4 беса. Их танк должен забрать. Я вот, блядь, до конца, кстати, не вшарю, что за хуйня. Они сами автоматически бегут на танка. Вот это, блядь, я не понимаю, почему. Кстати, стоп, могу сказать? Я скажу? Ладно, я могу сказать. Короче, когда делал 4-4, на меня в Ики, короче, жуки начали сами бежать, короче. Ну, я тут, видимо, у них логика такая, что у кого больше ХП, он того не первого, типа, агрится. Но там, нет, типа, изи отрывается. Короче, я был в рейде, там просили вот тех, кто стоят в метках, когда падают бесы, после того, как, ну, до того, как они заспавнятся, а вот эти РДД, которые метки ловят, они не должны кастовать, да. Они, да, ничего не кастуют. Только но тогда они... Дело в том, что я все равно хилить буду дотками. Ну да, типа ты в эту секунду не кастуешь, это я знаю. И на этом человеке, получается, нету агро, и они подбегают в кучу, в центральную, танк их, типа, как бы, лужей агрит, по сути. Но я не знаю, на хоть тут два танка, не надо кона. Если я увижу какую-то проблему с этим, то спекнешься. Я просто не понимаю, нахуя, потому что стаки сбрасываются так и так. Но они не сбрасываются. Ну как, блядь, там столько времени, что они, блядь, по-любому сбрасываются. Они же обновляются. Ну да, но там хватает времени, чтобы он вырастится, нет? Вот как челик играет, нахуй, я вообще в ахуе. Вот у него... Дай мне... Гомеле ни разу мне это не скидывалось. Короче, слушай, вот, я стою и локал в квест-квадрат, ловим, постоянно хуйню не кастуем. Вот, потом на случайного челика будет кидаться семечко. Семечкам нужно выбегать в луну. То есть танкуется босс в черепе. Выносим в луну любой человек, вам нужно моментально, очень быстро выбежать с этим семечком. Если не выбежите, вы будете получать там постоянно АОЕ дамаг, и оно взорвется, и вайпнете рейд. Вот. И вы стоите с семечком, просто курите, больше нихуя не делаете, ждете, пока оно кончится. Если оно взорвется, вы урон нанесете, и два беса появятся. Этого не должно произойти. Даже если вы милик подбежали в луну и стоите, нихуя не делаете. Все.
потом босс будет стрелять вот демонической стрелой и увеличивает урон по танку, получается, на 20%. Но, я так понимаю, он не стакается, потому что ничего про эту хуйню не написано. Стакается. Стакается. Ну, значит, да, два танка Кона тогда в спекасе. Вот. Ну, давайте, да... Да на каждом стаке можно меняться. Вон видос от убийства, откройте у меня, посмотрите. Да я смотрел видос убийства, просто там за танков непонятно, что делать. То есть от танка не показывают нигде. Так, вопрос, а где ящик от танка показывают? Все стоят, кроме меня и Локла, в черепе, сзади босса, за спиной. Угу. Сразу. Все, и Кона с подавана меняетесь, когда у тебя, допустим, стак слетел, подаван ты забираешь. У Кона просто стак он забирает, так и танкуете. Вот. Да, будет метка демона еще кидаться. Тоже кидается на случайного человека. Метка демона. Он потихо наносит урон и распространяется на остальных людей. То есть вам нужно с меткой демона выбегать в луну, если там никого нету, если там нету семечки. Если там стоит семечко, то я вбегаю в череп, и ты бежишь на крест, на ком метка демона. То есть мы только по трем этим меткам играем. Больше трех человек в нерейде не должно быть. Вот. Метка демона стоите, лутаете ДПС, потом через какое-то время, типа, в комнату можно зайти, у вас по центру экрана появляется кнопка, типа, зайти в свое сознание. Вы говорите, я нажимаю кнопку, она там кастуется секунды полторы. В этот момент я вам дам щиток, вы зайдете в комнату. Вы будете, по сути, в этой комнате, только босса не будет, перед вами будет только бес один. И летать сферы такие золотистые. Беса идеально, чтобы он вас не касался. То есть фиряете, руты даете, там, что угодно, ебать. И дамажите его. Если он, по-моему, ударил, съели сферу. Чтобы она съелась, нужно просто через нее пробежать. Ничего особенного. Сфера на фул хилит, а моб с двух ударов убивает. Поэтому держите на расстоянии, пиздите его. Там у него хуйня ХП, не помню сколько, 1080 что ли. Ну, развалится, короче, он быстро. Вот, а если на хила кидается? На хилов? Я вообще, кстати, вот не понял, блядь. Они как-то предугадывали, на кого кидается. Но на хилов никогда не кидалось на танков, только на ДДшников. Окей. Вот. И, в принципе, там тут все могут закрыть без проблем. Там, я наверное, кидаются те, кто в омане посередину. Посередине, по агрессии, то бишь. Что значит? Ну, блядь, нихуя себе, первый раз такую вижу тактику. Ну, скорее всего. Сейчас и проверим все равно. Сейчас посмотрим, да. Ну, ладно, ну, не суть. Ну, тут любой человек может закрыть из ДДСников. Ну, ухожу, ты просто тотем ставишь, который скол, ну, что там, замедляет, и бегаешь от него. Воет его в корни кидает. Перенаправление. Ну, в смысле, хожу, может, перенаправление поставить. В принципе, по логике, он должен болтом одним попасть в него. Ну, короче, дамажишь, бегаешь, вряд ли тебя закинет. Локал фиряет, я фиряю, Коба, стан у тебя есть, и... Ну все, стан такой у тебя. А у него что, каст сбивается, нет? А он не кастует мобов, то так обед. Понял. Вопросик, вопросик. Да, да. Это, когда стоишь с семечком в луне, дамажить можно или нет? Да, дамажить можно, но если ты милик, естественно, ты выбежал и стоишь куришь. А РДДшник дамажит, РДДшник дамажит. Еще вопрос, когда в портал кинул там тотем, ой, тьфу, тотем, блядь, элементально можно вызвать, нет? Ничего там? Да, там все, что угодно можешь делать, главное, что ты. Я волков вызывал. Ну все, пиздец, короче. Здесь я... саппорты пьем, просто подождите. И этот... Че? Рыба была уже? Сверки спавнятся, когда дамажишь этого импа. И лутайте ее только в случае, если у вас 50% хп. Там вроде на фул хп нежелательно подбирать. Да, там... Ну да, сразу не съедайте, но там все равно с двух ударов убивает. Но обязательно говорите, что я захожу в комнату, чтобы я вам дал щит. Это очень помогает. Перед тем, как вы залетаете, даю щит, вы залетаете в комнату, и все. Ничего, в принципе, сложного. Ну, просто долго бьется. Но вот этих мобов тебе специальная задача, когда мобы 4 появляются, от метеорита, они подбегают, тебе нужно им дать масс-стан свой. Там сколько, 2 секунды стан. После этого они больше не восприимчивы к станам, их нужно желательно убить за этот стан. То есть это приоритетная задача — убивать бесов. Если мы их не убиваем, они нас шотают. То есть все массовую кастуют, спокойно убивают бесов. Потом дальше бьем босса. Все. Любые метки, которые на вас кидаются, выносите в луну. Если луна занята, я убегаю в череп, метка убегает в крест. Все. Так, что ж, можно? Да, сейчас поставлю. Ну, я думаю, на первый трай можно было не тратить рыбу, но похуй. Не, слышишь, подожди,
Почему не поставить Монки? Он же все равно будет на рендже стоять. То есть по логике в него тоже будет влетать метеорит. Мне желательно тропу ставить под босса. Много людей тоже на метеорита нет смысла ставить. Тут нужно под боссом ставить, чтобы, во-первых, бесы бежали в одну сторону. Я про то, что типа он же рейнджевик, которому нужен рейндж. Поэтому не будет ли такого, что он чуть-чуть отойдет от босса и в него полетит? Не-не. Нет, там рейндж что-то 12, что ли, считается. Окей. Ну, сейчас попробуем, посмотрим, что здесь будет происходить. Пьем саппорт, мажем грудак. И поехали трай. Первый, подаван. Дай мне промоута. Там, наменять хочешь что-то? Коба, тотем же не нужен тебе, да? Но кобу нужно переставить. Двигай. Секунду, я сейчас масло скрафчу. Обейцу. Ты понял, да, Локал? Ты стоишь в кресте, в квадрате ты стоишь. И когда на тебя падает метеорит, ты ничего не кастуешь. Стоишь, пока мобы не подбегут под босса. Ага. Если коба на тебя, например, какая-то метка кинулась, то ты выбегаешь в луну, но... На время, когда появляются метеоритные мобы, ты как бы подбегаешь, на ранже даешь стан, у тебя же там рэндж более-менее. Хоть что-то застань, помоги. Если такая ситуация вдруг сложится. Вот, все готово. Монки, ебать, выпей саппорт. 140 лды, блядь. Да, и у меня есть все. Все, дает, что так, там, кто в кресте, кто в черепе? Я в кресте. В черепе весь рейд стоит, в том числе ты. Поехали. Вводи в череп, чё стоишь там, танк? Я кому объяснял? Я хуй знает, как будто первый раз. Семечка нашла. Уходите, кто с семечками, я не вижу. Брось семечко. Метеорита на мне. Все, стан массовый залили. Массовый. Отлично, все, дальше дамажим. Там скажешь, Монки брат, срываешь. Как она тебе будет кончаться. Монки на мне. Куда-то выбежал. Бразилец обратно. Домашний массовый. Если семечко слетело, возвращаемся обратно. Стаунте? Знаешь, сказал, ладно, похуй. Друида прохиливайте. Убивайте мобов быстрее, медленно очень. Поставь череп поставьте. Ты держишь очень далеко босса. Бейте мобов. Уже сейчас хуй ты переставишь, он кастует. На мне, блядь, какая-то хуйня. На мне 7 порча. Злой бес это, блядь, от семечка, наверное, появился. Угу. Кто-то семечком не выбежал. Я объяснял, кому бежать в крест, когда занята луна. Зачем вы в ебенище выбежали? Войд. Вы, блядь, вот такое ощущение, что просто не слушали. Один, блядь, стал в квадрате танковать. Трой говорит, что, блядь, делать, я не понимаю, нахуй. А в комнату кто-то заходил сейчас, нет? Нет. Думаю, на ней не дожили, как комната. Вот, блядь, начали люди бегать, а чё где танковать, а чё делать, чё происходит. Сколько семечка висит? Я не по 8 секунд, что ли. Нет, 20 секунд. Да хуя, короче, висит. Хилить очень много нужно хилам. Mm-hmm. Танки, вы чё, как там, успеваете меняться, все ок? Подожди, нихуя не понятно. Часто бесы или это просто кто умирает, бесы прибежали? Бесы прибегают из метеоритов, я же говорю, их нужно быстро заливать. Нет, что-то их очень много просто было. Потом, во-первых, заливали медленно. Во-вторых, кто-то не выбежал, кто-то с этим, блядь. Семечком ебучим. Там рвануло оно и вышел бес большой. А можно две метки под семечко? Да там, по идее, одно семечко в один момент времени. Там может быть только семечко и этот, блядь, как его? Семечко и метка демона может в одно время бить. Я когда выбегал со своим семечком, в луне стоял брас еще. Я не знал, куда бежать. Он стоял, с него семечко, кстати, уже была спущена. Он просто хилил, скорее всего, и поэтому не перешел. О, слушай,
Короче, семечка, она не взрывается, если дамажит только она. Если что-то еще дамажит челика... Ну, этого... Понятно. Поэтому и нужно выбегать, потому что масса влетает из-под босса. Да. А куда они выбегают? В крест, в челик? Луну. В луну. Надо в челик мы стоим. Да, ощущение, как будто вы вообще полностью прослушали все, что было сказано. С самого начала. Да, у меня тоже ДБМ нихуя не носит. Плюсик. Удивительно, блядь. А зачем? Да, кстати. Саппорт, я не могу понять. Че? Темной магии, типа саппорт пьем или че? Ну, смеем. Тут вообще урона много влетает. Огонь, да, и темной магии в том числе. Он как какой-то магии, да, урон ебашит? Конечно. Огонь да. Еще вроде должен быть. От без. Скверна и огонь ебашит. Ну, скверна это, я так понимаю, темная. Скверна это огонь плюс темная. Я релоуд пропишу, мне кажется, после Малигоса что-то с ДБМ случилось. У меня ДПС тоже не показывает нормально. Да, вообще пропишем. Кого прописать? Релок. Опа, лосина с Коляном здесь там сидит. Блять, давайте еще раз с одной меткой пробуем для семечка, внимательно только смотрите. Заливайте мобов, мы первую пачку быстро убили, вторая пачка вышла, она ебать сколько жила, пиздец. Танки можете просто на стол встать и все, ну чтобы постоял. Ну главное, чтобы он там не заевейдил. Не, он не ивейдится нормально там. Смотрите, а? Покушайте, Катя подала. А что на ты, самом деле, я вообще ничего не понял. Блядь, тебе нужно... Вот твоя задача — подвести босса в череп, ага. Прямо чтобы босс стоял в черепе. Не ты, а босс. Ага. И когда у тебя забирают коны, ты у него ага. Обратно забираешь только тогда, когда у тебя стак зеленого говна с тебя слетит. Там дебаф пламя какое-то зеленое. Ты его увидишь. Он по тебе увеличивает урон от темной магии на 20% и стакается. Когда с тебя слетает этот дебаф, ты переагриваешь. Потом с него слетает этот дебаф, он переагривает. И так и играете. А если семечко кинет на того, кто держит босса, с него тоже надо сразу забрать. Да, да, да. Если, допустим, на тебя семечко кинул, ты говоришь, что мне семечко забери. Там коны корет или пишет, или ты. Все. Давайте, трайт локал готов? Да, да, да. Давайте, отчет даю, поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас полетит метеорит, 2 секунды. Не бей локо. Семечко убегаете на ком? Мобов заливаю. А меня притяните, притяните под аван, он беса, который на столе. Ну, у нас 2 ДК, притяните беса на столе. Нету бейте там никого. Его. Бейте точно. Меток не хватает, видишь? Да, вот на мне только закончилась семечко. Ну, ровно, как раз ты забегаешь, он выбегает. Все, мобов заливаете, опять на столе моб. Притяните его до каши. Мне тоже семечко. Да. На меня вообще. На Кобе она как раз кончилась. Блять, ровно все. Вы должны меня. Двое десов на столе стоят. Сейчас убьет нет. Человека в луне. Человек в луне, дамаж, напуливай. Заливаем оба. Сейчас там. А, смотри, на тебе локал метка какая-то. Да, вот это как раз хуйня, которая в сон уйти. Метка демона, да. А, скажешь, когда будет. А, на мне тоже, блядь, я пошел. Ну я пока еще не могу, у меня нету кнопки. Ебать, у меня не захиленный я был в момент, когда ты меня портовало. Ну как далеко я. К вам рядом стоял. Что вот две метки демона тоже не должно быть. Это странная хуйня. Вот я сейчас могу залететь. А, ну после меня получается. Семечко 15 тысяч бьет, да? Да, конечно, хуйня после второго трая. Чего вы ожидали? Давали кому-нибудь вставалку? Я, в принципе, нормально стою. Я не знаю, зачем здесь второй танк. Потому что стаки накапливаются скверны. До скольки они накапливаются? До 10 или больше? Я не знаю. Но в любом случае на тебя кинется семечко, и ты всех порвешь. И вылезут бесы. А, и на меня еще семечки какие-то. Так, мне сейчас срочно на 2 минуты надо.
Давай, я понял. Вать, ну куда ты встал? Привяжись за нами, привяжись со мной. Кто хочет по-крутому обойти за мной, идите. Уебаться? Конечно, блядь, мы не убьем со второго раза, брат, я понимаю. Мы вон гнева тоже ебались, сколько они поняли, как сбить. Очень мало меток, надо еще минимум две под семечко. Бесы взрываются в любом случае. Под семечко. Семечко, говорю, ровно кидается на нового человека и заканчивается на старом. То есть ты все равно бежишь. Нет, Жень, там секунда-две остается, потому что, смотри, ну я когда стояла, Коба уже бежал, у меня 3-4 секунды. Так, а в чем проблема смениться? Я не понимаю, в чем проблема вам встать в одну метку, там, секунду? Пока ты забегаешь, он уже стоит. В чем проблема? Окей. Окей. Что она же дамажит именно вас. Самое главное вам выбежать, чтобы АУЕ урон от босса вас не влетал. И от бесов, которые хорошо взрываются. Короче, все семечки бегут в луну. Да, да, да. И на танка тоже падает семечко, правильно? Ну, Войд говорит, что да, но я не видел, что падало. Ты танкуешь, когда мы тут снесли 13% боссу. Когда вот мы до полтинника дойдем, на тебе 10 стаков будет, то я посмотрю, как у тебя будет отрываться лицо. Нет, просто типа, я так и не понял. На меня, потому что семечко было, и пошли бесы. В смысле? Ну, в прямом. На мне не тоже было семечко. Значит, оно взорвалось сразу, потому что босс-то в тебя бьет. Это можно вопросик? Да. А Шамиль, ты там стаунтил с меня боссов? Для чего мы стоим вообще все в одной куче? Чтобы потому что хилить проще. Хилить проще. Потому что у Холли Белла у него талант, который хилит вокруг. Плюс еще важно, что бесы, они мы не бьем, получается, в момент, когда они появляются, и они сбегаются все к вам в центр, и их массой нужно заливать. Они точно? Они не к танку бегут сразу? Нет. И они и на меня агрятся. Вот они появились, я сейчас переставлю немножко, чтобы на столе не появлялось их. Не, ну просто мне кажется, если чтобы семечко не убегать, нельзя стать сразу полукругом. Но я говорю, тогда мобы будут по всему рейду сидеть. Я понимаю, что мобы взрываются, все равно всех дамажат, но они так быстрее убиваются. Если их быстро не убить, они положат всех, у них там тоже урон высокий. Ну ладно, ладно. Ну, их всегда первыми заливаю. Да, вот по этой стратегии. Да, да, конечно. Я же посмотрел видосики, не просто так. Локал ты тут? Ну, просто они так не пробовали, я не знаю, почему спрашиваю. Рыбу ставлю. Кто не пробовал? Тотем магмы ставишь, хожу? Еще раз, что? Тотем магмы ставишь? Конечно. Окей. Нет, мне кажется, что хотя бы рейнджевиков можно было, может, все-таки на расстоянии поставить. Ну, на них будут мобы сидеть. А, я когда трайл, мы не выносили семечку, кстати. А что, бесов просто убивали под боссом и все? Ну, типа, бесы спавнились сразу в кемпе, в этом в милишном, и убивали сразу почти. А что выносили в эту метку хау? О, этот. Нет, семи порчи. Ну, короче, фиолетовое семечко у тебя появляется в дебафах. 20 тысяч урона как бы по всем. Ну ладно, 19 влетает по всем. А и как два беса. Называется? А кто у вас по хилам был? Подожди. Монки. Ну там... У нас был ДЦ и еще... Вот именно поэтому вы, скорее всего, и не выносили. Так как щитки были. Ну, возможно, да. Что еще? В описании метки, скорее всего, почему вдвоем поймали... Там написано, что РДД, то есть каждые 10 секунд метка пытается перенести, ну, на другого союзника еще перекинуться. Ну, это если ты стоишь с кем-то рядом, как чума. Тут видишь, главные бесы, семечки, которые выпадают, они могут бить по 28 тысяч и выбирать целью не танка, даже если окрона танк. Поэтому семечки выносят. Может, гнев на них тогда? Только на них? Да, гнев нам на мелких можно сдавать. Правильно называется эта семечка. Семя порча. Женя, ты не хочешь в ДЦ Акапи в кота? Думаешь, так лучше, да? Можно попробовать. Да, попробуем. А кто тогда в рейндж встанет? Вместе с Локом? Ты встанешь. Ну, они на меня будут срываться из-за тропы. Ну, блядь.
У нас этот есть друид. Кстати, да. Бой. А, от Кати АОЕ больше будет по мобам? Кстати, да. Посильнее. Так, по мне тоже нихуя от меня АОЕ, потому что я в Тересте накастую, а все остальные получают урон. Ну и плюс 5% крита на мелишника. Ну, правда, я в РДД пати сейчас. Так оно на рейд дается. А, ну даже так. Перекиньте ее ко мне, я ей силы дам. Кого ты выгнать хочешь, Коны? У нас Холли Паладин там стоит. Вопросы к Локту. Ну, мне сейчас на хиле вообще будет сложно смотреть за всеми кастами, так что смотрите за собой внимательно сами. Если метку видите, вы в мели сразу выбегайте. Да ладно, вать без орка обойдусь. Ну, локла ждем. А иди этой херни никто не может сказать? Что? А иди этого заклинания никто не знает? Не, никто не знает. А что ты ну, хочешь? Я, по крайней мере, сейчас отображалось ДБМ и все. Нет, я хотел вашку сделать. Да что? Не, не надо. Не волнуйся. Да. Может, попробуем сейчас семечку не выносить из рейда? Ну, блядь. Он нашел название, но там, блядь, хуй на... Куча давай попробуем, давай. Давайте тогда только метка, которая, блядь, сон кидает, выносите. Это, блядь, она называется, сейчас скажу. Вот метку демона только выносить. Семечка же, когда взрывается, она же урон наносит, да, получается? Конечно, да. И потом по 15 тысяч мне сейчас харача, я охуел. Я выбежал, она въебанула, 15 тысяч я вздох. Нет, она не ебашит. Она, скорее всего, взорвалась, когда выбежал. Так она периодически урон столько не бьет. Нет, да, она когда взрывается, на 15 тысяч, на 14 копеек. Она, вот и смысл в том, чтобы не дать ей взорваться, выбежать из рейда. Чтоб бесов, когда убивали, они по тебе урон не наносили. Слушай, слышишь, Коба, а линкани себе порчи? Блять, мне что-то имя... Я в чате же линканули. Там бот линканул. Да просто напиши себе порчи, там не сделай ID, ты напиши название дебафа, название ауры, он тебя сам поймет. Ты слушай, он нашел, и там наводишь мышкой, и там хуй его туча ID. Не надо выбирать, не надо выбирать, не надо выбирать. Просто название оставь и все. Он идет. Сейчас посмотрим, я сделал вроде, сейчас посмотрим, сработает. Поехали. Лучше буду. За... А кого у нас локла нет? Ну, мы ждем его, не знаю, куда вы собрались. Подземелье этот, как его, этот путеводитель постоянно багается, я не могу ничего смотреть. Релод, пишешь, все. Да, помогает. Это у всех так, да, у меня аукцион так багается по КД. Короче, у меня должен появиться дебаф, типа зеленое пламя, правильно? Да. И Кон должен это с меня ставить. Да. Потом у тебя он заканчивается, ты обратно таунтишь. Какое зеленое пламя? Для танков. Пламя скверны, да, вот это? Ну, нет, когда стрелой тьмы он демоническая стреляет. Демоническая стрела. Так, это кто у нас? Это у нас... Не, когда демоническая стрела, я 5 стаков держал. По-нормально. Дело не в стреле. Дело в том, что когда тебя бьет босс, и в тебя идет каст демонической стрелы, и на тебя повешалось семя порчи, и он докастует в тебя, и ты под стаками, семечко просто сразу взорвется. Вот и только это надо смотреть. Взрывается. Давай локал, сейчас не выбегаем семечко, выбегаем только с меткой демона. Ты стоишь в квадрате, в кресте стоит войд, в кресте войд стоишь. Локал, подведите меня к меликам, я в ДД сейчас. Никто не бегает луну. Ну, так, я подожди, стоял в квадрате, пока стою, я и не выбегал. Что? Ладно, сейчас. Че, я СС по Кате даю? Дай по войду лучше. Чай маслом мазану. Что, отчет дают? Привет, ребят. Привет. Привет. 4, 3, 2, 1. Вот семя полетело в кого. Хожу. О, ВАшка сработала, нормально. Сейчас полетит, мобы сейчас полетят, готовимся. Метеорит. Не работает, на таймером стоит. Нахожу. Заливаем моба, встан, давай, Коба.
Мобов заливаем. Метка демона. Выносите. На холле пали семечко. На фулах РДДшников держим всегда. Заливаем мобов. Медитацию, когда заходите, говорите. И ник, и кто заходит. Когда она будет доступна? Я не знаю, когда. Время, спустя время, спустя доступно, время доступно, я захожу. Вот сейчас. Ну, заходи, 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 заходи. Условный. Окона развалится. Прожмись, подаван, прожми защита. Хожу порвало. Есть бы. А, все. Тут надо что-то прожимать, блядь, под эти взрывы семечка, сейчас... ебать взрывает. Смотри, сейчас почему вайп был. Я вышел. На коны был босс, и на него кинулась порча. Потом на Кате была семечка, и вы видели... Катя, походу, не увидела, да. Вы видимо били мобов, пару мобов взорвалось, и тоже на ней семечка взорвалась, и появились злобные бесы. Ну, мы и договорились, что семечко не выносим в этот рай. А, я точно. Выносил. Танку... Блять, вы чем слушаете, я не понимаю. Когда на кон накидается, нужно под ванну сбрать. Сейчас под ванну ты танчил или вы менялись хоть раз? Ну, мы один раз сменились, на меня накинулось. Там очень-очень быстро, короче, накидываются эти дебафы. Так, секунду, у меня просто... Очень быстро. А, Кона, у тебя включен, типа, ой, вот эта вот синяя полоска ХП? Босса именно, если нет... Если включена, то отключи ее, меньше лагать будет. Там челики прожимки отдавали только на семечку. Вот на танка вешалась семечка, он сразу незыбку отдавал. Чтобы бесы, которых вы заливаете, если взорвались, то они 45 никак не нанесут. И эта семечка не взорвется. Взорвалась с коны конкретно сейчас. Из Кати. Семя, короче. Я дубовую кожу прожала под этот момент. Да, они постоянно прожимались. Ой, постоянно взрывались, мы это видели. Это все прохиливалось. Что-то прожимки на защиту нажимать, да? Так когда? Их нельзя взрывать, потому что бесы выходят. Ну, блять, я понимаю, но мы их просто заливали, этих бесов, массой. Кстати, еще такая тема есть. Видите свечки на полу? Нет. Они сейчас считаются как пилор, и они лосуют. Если, допустим, на РДД стоит человек, да, допустим, в квадрате, и он стоит за свечкой, и то есть, если между ним и боссом свечка, то он метку кинет в другого чувака. Вот Коба, например, поймал метку в этом трае. Скорее всего, потому что в кого-то из РДД кинула, но там была свечка, он в него не смог из-за лоса, и кинула в Кобу в мире. А можешь лос и все вот такие вот инородные слова перевести на русский, пожалуйста? Лос — это когда босс не достает до игрока. Благодарю. Ну, когда, если, допустим, свечка видит. Закраживает, то нужно так, чтобы препятствий не было, чтобы свечки не давайте было. Давайте все-таки метку будем выносить. Посмотрим сейчас с выносом метки с ДЦ, как будет. То есть на вас кинулась метка, вы выбегаете в луну. Если там уже стоит человек, вы все равно выбегаете в луну. А вот кто с демоном, вы выбегаете, блядь. Не туда идем, хожу. Это тень Арана, хожу, пошли нам не туда. А этот... Семя порчи, после того, как она взрывается, она же призывает злобных бесов, да, которые огромные? Да. Давайте в трусы будем, бля, не близко сильно трусы. Блять, а чё одного человека? Почему одного человека не ставят, я не понимаю, на метеориты? Слышишь, подожди, но если считается пиларом и в него не кидается этот, то есть на него бесы не призываются, давай тогда просто мы синюю, я тогда встану в луну, чтобы на меня бесы летели, а синюю и зеленую поставим как раз возле свечей, чтобы выносить туда метку. Так, а как второй этот дебаф называется, который? Я не понял, ну и похуй, ну вынесу то что. Метка демона второй. А, типа, смотри, типа, логика Монки. Он говорит, что типа свечка считается пиларом. Блядь. То есть, значит, человек, который стоит за ней, значит, человек, который стоит за этой свечкой, он, находясь в лосе, он не получает, то есть на нем не спавнится бес. Он и сам не должен дамажить. А, да нет, они в любом случае спавнятся. Там же взрыв просто. Вот. Это же не каст. Лучше, да, пусть, наверное, РДД стоят в луне и в кресте. Ну, хорошо, да. Чтобы проблем с лосом не было. А зеленое это что-то? Я...
Луна и крест, там стойте, давай, локал ты в луне, в кресте стоишь войд, в синюю выбегает, давай, подвину немножко синюю. Спорчий, синюю, да, в синюю выбегают семечко, а в зеленую, подвину сейчас, в зеленую с меткой демона выбегает. Если у нас, да, знаешь, почему две-то такие, потому что заразила, наверное, метка демона. Еще две не должно быть, только один человек в комнату заходит. Так вот. Жень, там слит написал. Если на семя порчи кинуть щит ДЦ, оно не взорвет, не зауешит. Ну, это, типа, я сейчас кидал, я сейчас всем кидал. У меня СПД 3300. Типа момент взрыва, может? Ну, они 20 секунд висит семечко. Понимаешь, за это время появляются три пачки, блядь, бесов. От всех трех пачек оно, что ли, защитит? Я что-то как-то не верю. И, кстати, почему люди стояли, да, в этом, как его, в кемпе и не выносили семечко? Вот эти бесы, которые спавнятся после взрыва, они не двигаются, по-моему, нет? Они... И они выбирают цель и стреляют в цель еще, да, при этом. Да. Ну, я говорю, что я сейчас шилдовал, просто у меня может быть не такой охуенный щит, как у какого-то другого ДЦ. Я же говорю, что у меня много шмоток на меткость и так далее. Ну, давай, ладно, давай еще раз попробуем, как ты говоришь. Смотрим. Тогда не выбегайте, давай засмотрим. Метки не выбегают, которые семечком, а выбегают только метки демона в луну. Ой, в трусы метки демона. Да, я все равно всех держу под щитами. Как я могу не держать? У метки демона какой радиус распространения? Там не написано. Он тебе просто говорит, что типа приоритет, чтобы ты постоянно нет, типа щит не кидал. У меня приоритет всегда щит. У меня типа если на ком-то не щита, значит на нем КД. Я с ним ничего не могу сделать. Ты дебаф видишь? Ну. Щит, когда КД 15 секунд, да? Повешал щит, видишь? Да, конечно, я вижу, у меня же хиллбот, это нормально. Ну все, 20 секунд хуйня висит, повешил щит. Я знаю, как все работает. Что вы, единственное, что могу сказать на вопрос радиуса метки демона, тут типа 10 метров написано наносение урона от магии в радиусе 10 метров всем противникам. А, ну, скажи. Еще 12 пропишу. Это нормально, трусы, вывешать, хватит этого. Сколько секунд она висит метка? 20, да? 2 минуты. 7, 20. Метка демона, она висит, пока ты комнату, грубо говоря, не закроешь. То есть она по-любому в комнату забегает. Когда ты комнату пошел, она сбрасывается. Насчет комнаты рассказывают, там бес убивал, ну я его убивал секунд 15, и когда ты его убьешь, спавнится сферы возле него. Сферы хилит. Ты вообще быстро, по-моему, вышел кик 15. Нет, там я долго его убил. Ну, хорошо, ладно. Давайте, пробуем. Может вот так и вот так? Покушайте. Рыбу что, затыкали? Нахуй вы затыкиваете рыбу, я не понимаю. Она не может так быстро сам попасть. Она пропала уже, ты чё, она пропала, ты её когда поставил? Насрать. Там минут 5 прошло, что ли. Чё ты лимонке говорил? Вот, смотри, вот тут одного РДД и вот так второго. Ну сильно далеко. Да? А, ну да. Ну это сложно будет захилить. Всё, давайте. Ладно, давайте травить. Не выносим же, да, порчу? Нет, не выносим. Только семечко, да? Только метку демона. Только метку всё, демона. Понял. Мобы сейчас полетят. Мобов. Застань сразу коба. Давай Геру, шаман, похуй, сольем уже. О, семечко работает. Никому вашку не нужно носить. А мне семечко. Ну, заебись. Все равно далеко стоишь. Ну да. Ну давай, ну что-то куски отрывает. Войда захиливать. Если надо будет, скажите, спокойствие отдам. Давай, спокойствие. Ты Женя когда скажет, потому что я смотрю более-менее все. Все ок у нас.
комнату. Кона подними, я пока щиты раскидаю. Метка на мне. Кона подними. Пиздец, сдох в комнате нахуй. Вот сейчас взорвалось на ком-то. На мне 7 порчи, 14 косарей. Блядь. На 20% мы снесли босса, даже 21%. Это до первой комнаты. У нас очень хороший клиф. С этим проблем точно нет. Ну, потому что я свой берсо отдаю на массовую. Ну, как по-другому. Это да. Ну, тут явно СПД, наверное, мне не хватает. Потому что первое время вроде держится, потом, когда уже подпросил народ, у кого КД уже висит на щит, я уже... А, берса есть у этого босса? По-моему, нет. Не должно быть. Слишком много ХП. Вы починиться, идите, сходите. Там, наверное, моб пойдем, Катя поставит. Давайте. Тут нету никого, я сюда зашел уже, чинюсь. Бегите за мной, пусто. За мной бегите, назад отвернитесь. Назад. Мне не Женя. Надо чиниться, Монки. Зачем? Опа. Тут быстрее пройти можно. Ну поздно уже. Блять. Ну, что, не хватает того, что первые щитки выдерживают семечко, там уже где-то пятые и шестые щитки поломанные из-за того, что много ауе урона начинает влетать, и кто-то взрывается семечком. Ну такая хуйня. У тебя на меткость одна шмотка, что ли, только? А где они все? Так, как там, блядь, семечко это самое? Они медленные, они в обход идут. Семя порчи. Я сейчас 7 порчи этих видел, штук 5, нахуй. 3, блядь, штуки точно висело одновременно, блядь. Так не может. О, ну ты с кем там воюешь? У меня, блядь, показывает так. Он неправильно упал. А нет, он разбился просто. Или что? Не, его бьет тут. Ресните его тут, он рядом. Могу говорить, типа, на кого все это кидается. Ну да, вроде прохиливать должно. А там видно, на кого он кидает, он в цель берет всегда, ну, на кого да. Каст идет. Короче, надо какую-то хилку кидать или какое-то периодическое исцеление, когда перед медитацией, потому что сейчас зашел, блядь, захуярил меня без, блядь. Тут надо прожиматься, массу сейвы затыкать, я просто не пойму, когда лучше дотыкать. Когда появляется кнопка медитации, надо сейф на одного челика дать. Насчет массового я хуй знает. Если он с двух ударов наносит, тебе не поможет никакой хил. Тебя только щит и спасет. Ну вот, щит. Тебе нужно дамажить, главное, по нему, и все. Я дубовую прожал. Если человек не вышел с портала, то это вайп. Вот и был вайп. Ресни? Короче, сейчас подрублю активацию голосом, блядь. Там просто и прожаться-то по хилу некогда, так как оно если продамаживает, то уже ваншотит. Нету такого, чтобы начинали проседать все типа потихонечку. Поэтому либо прожимку на защиту, у нас только на одна это у танка, и все. Ну и мое спокойствие на пати. На я говорю, хил дело не в хиле, дело в том, что моментальный, а у ее урон огромный, что ваншотит. Кона вот сейчас сложно было поднять. Пал был занят, я на щитах сидел, все равно кто-то взорвался. Одного танка били, стаки выделись. Если он на столе стоит. А что это за хуйня такая, имба, что ли? Да, ну, давайте попробуем. В чем логика? Подожди, причем тут попробуем, надо понять логику, как оно это происходит. Типа в него стрелы не пролетают, что ли? Даже баг какой-то, нет?
Вот это и закрыть могут. Но я говорю, что это баг. Так не должно быть. Это как, блядь, этого Хейга набили в определенной метке, где лужа не дамажила. И за это потом перебанили, ебать, сколько народу. Ну, и ВК 25 же не забанили несколько гильдий за то, что... Потому что это механика такая. Не, за то, что, типа, попытки, когда они тратят... Ну, типа, попытки, когда они приходили, убили босса, приходили на следующий день, а босс опять отрезался. Так это же не их вина. Это же не их вина, что босс отрезался, правильно? Нет. Там, короче, было как... Они... Да, что? У них, короче, какая фигня была. А, они, получается, пришли, убили первых вот этих чудовищ, трейли долго их. Потом на следующий день приходят, у них чудовища отрезались, они убивают уже нормальных чудовищ и бьют второго босса. То есть они в первый раз залутали... Ну, они там никакой баг не делали. Значит, давайте это сейчас этот разговор не относится к трейлам. Ну, это понятно. Давайте, блядь, все-таки не будем выносить, еще попробуем. Постараюсь внимательно человека этого хилить. Но вы, если, допустим, на вас кинулась эта метка ебучая, прожимаете сейвы, какие у вас есть там, кожу каменную и так далее. Нет, два танка, два. Как-то в одного. Это багом я не хочу закрывать. Это мутная какая-то хуйня. Потом попробуй на столе просто постоять, но будем в два танка. Проверим, заодно работает или нет. Так, а что с бафа скидываем? Что еще нету? Все вроде, что ли, все есть? На этом? Что мало бафов. В столе. По бафам все. Не-не-не, вон там, где череп. Ладно, короче, сейчас просчитываю и дам отчет. И отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Ну, вот семечко на мне, сейчас посмотрим. Я себе привязал, чтобы видно было. Я знаю, я щит обновил. Стан, Геру. Обновил. Я вижу, Войн. Вот мой щит сломался до того, и по ней, да, сейчас. До того, как семечко. Ну вот, пиздец. Слит прожми 50 на 50. Я с голосом, но я не имею, нету ни кнопки, ничего. Появится. Да, появится, да. Где сорвали эту метку? Закол семечка. У тебя должна была уже появиться, зашел? Нет у меня ничего. А, вот, все. Появится. Давай, я. Я захилил, заходи. Коба с семечкой. Ебать. Коба, выйди, наверное, Коба, блядь. Сейчас рванешь нахуй. О, Коба, можешь возвращаться, щит обновил. Катя, нажми хилку. Отдала. Я понял, аху. А у нас минус двое. Ну, бьем, будем смотреть просто дальше. Сколько сможем. Чтобы привыкали. На мне метка демона, так что я буду должен заходить. Забери коны. Хорошо, скажешь, как будешь заходить. Щит тебя. Надо, чтобы кто-то встал вдалеке, чтобы ловил на себя бесы. Войт стоит. Все. Я умер. Да вы все упали. Каких бесов вдалеке, не понял. Я понял! О, про то, как кого РДД ловит. Метеорит, ну, Дим, этот метеорит. А, ты имеешь в виду, когда тебя помнят? Да, меня слышно? Я говорил о том, что типа Войд умер, и оставался я один, что типа если бы меня слышно? Заходил, что-то меня заменил. Да. Меня слышно? Да. Слышно тебя. Ну, потому что вы говорите, я типа пытаюсь вам сказать. Говори уже. Короче, демоническую стрелу, она, типа, там навешиваются стаки. Типа, каждый раз. А,
Ее можно полностью снять. Все эти стаки, которые вешаются от демонической стрелы. Все стаки я могу снять спокойно. Ну, селенкой снимается или чем? Нет, там я просто, когда ходил с пугами в Груль Магик, услышал, как ДК, который танчил уже здесь, сказал про 8 секунд. Я попробовал прожать зеленку на 8 секунд, и они просто снялись. Ну, типа, когда он кидает, пытается обновить, ты ему не даешь обновить, а старые заканчиваются. Старые, да, заканчиваются. Ну, понял, давайте в одного попробуем, если ты говоришь, что все у тебя. Ну, типа, вот да? сейчас Коны вообще ничего не делал. Он просто стоял, ну, как овощ. Один раз там переагрил, и его так расхуярило. Да, вот. Он один раз переагрил, когда на мне было семечко. Я отошел. Понял. Ну, семечком, блядь, быстро взрывается, одно там и семечко прохили. Ну, вот. Если что, я могу на семечке медведя, у меня там 30 тысяч хп будет. Просто как предложение. Не надо. Нам надо без взрывать. Ну вот. Это, ну, сейчас типа... уже получше было, сейчас прям я все видел, ну, нормально. Просто я зашел что... в эту комнату, мне сразу на пол ебало плюха прилетело. Так я же сразу говорил, что они ебашат так, что пиздец. У меня второй плюхой добил, я даже отхилиться не успел. Так тебе мне нужно хилиться. Ударить. Ты сферки подбираешь для хила. Тебе нужно быстро его ударить, чтобы сферку полутать. Что? Вот 4 сферки золотых прямо возле него, блядь, как барьер. Были, блядь. Вот он, у него там, я не помню, раз в 2 секунды, что ли, он бьет по хлебалу. Он тебя ударил, ты съел, кастанул что-нибудь, ударил, ты съел, кастанул что-то. Вообще ты его, блядь, можешь ледяным шоком ебануть, не знаю, замедлить как-то и бегать вокруг него, чтобы он тебя вообще не трогал. Я вышел, дал сразу окову ему, он все, ну, в смысле, тотем, блядь. Он все на месте, у меня раз, два, и все, я нихуя не сделал. Даже я кастанул... А как он тебя бил, если он на месте был? Он хуйней какой-то у меня стрельнул, я сдох. А ты сбить не мог, раз? Там не кастует, он ебашит. Ну, в смысле, там расстояние, блядь, 4 метра было. Что за хуйня, сейчас почитаю. Я же тебе говорю, то, что я думал, блядь, я ему сразу тотем дал. Отошел, и мы ему, блядь, сгоните, пожалуйста. И сразу я вообще сдох, блядь. А почему там информация о смерти... Я не вижу у него никакой хуйни. Смотри, а в информации о смерти пишет, что меня убило 7 порчи 13 тысяч, блядь. А на тебе 7, может, висело в этот момент, секунды 2 оставалось, не? Ну, блядь, да нет, мне даже не, у меня бывашка сработала. Что это, блядь, такое здесь? Скинь ВА. ВА семечки скинь, пожалуйста. Семечку? Да, да, да. Нет, тебе бессмысленно, потому что ты и так все видишь. Ну, ты стоишь на месте всегда. Я понимаю, но я буду говорить, чтобы меня, если что, типа, ну, подхилили. Не? Она же взрывается. Не надо. Он в тебя вряд ли кинет. Так она была на мне. Линканите кто-нибудь. А мы ничего с этим не сделаем, ты не вынесешь ее. Надо переименовать ее, да? Ну я смотрю, что тебя убило. Ты можешь импорт сделать спокойно. Ну, по тебе тянула метка демона, и ты умер, у меня показано, все. Ну, шкаф поставь лок. Линканите кто-нибудь, блядь, линканите кто-нибудь беса. Беса сейчас, линканите. Сейчас линкану, подожди. Вот этот появляется в комнате. Нет, я не про комнатного, я про того, который здесь появляется, от демонической длани. Не могу тоже линкануть. Ну вот я не могу открыть его, посмотреть. Шам. Тяжело от написать. Да он должен умирать, блядь, за стан. Что скажешь, сработало, не сработало, башка? Или на танка не кидает? Они станом каким поддаются? Любым станом? Только... Да, поэтому массово надо кастовать, чтобы все стояли. Мне кажется, они не взорвутся, если они в момент смерти будут под станом, не? Самоните, вот, я пожалуйста. Тоже об этом подумал. Ну, давай попробуем. Просто я хуй с видос смотрел, их просто убивали в стане. То есть не было такой инфы, что не взрывается. Ну, ебать, тогда это какая-то имба, она. А сколько у Кобы КД на стан, Коба? 15 секунд. Ну, ты успеваешь на каждую пачку сдать? Да. Ну, все. Да, символ.
Ну давай, я понял, брат, я понял. Просто мне это кажется такой глупостью, что они не взрываются в стане, блядь. Ну хотя... Ну, это как способность, наверное. Засуните меня. Во всяком случае, короче, давай проверим. Да, давай. Да. Мы ничего не теряем, в принципе. Да, умирает какой-нибудь мог Коба. Суманите меня, пожалуйста. Он же только улетел. Если они не будут взрываться, конечно, намного легче будет. Вообще супер легко. Нам просто нужно метки, в которых падают метеоры, на фулах держать. Они, Женя, рыбку. Рот и бал. Женя, рыбку. Метеоры, они летят с самого дальнего челика. Нужно, чтобы дальний челик... Чтобы дальний просто... челик... А в чем прикол держать два челика на метеорах? Я везде смотрю, всегда два. Когда один метку поймал, другой человек ловит метку, они ротируются друг с другом. И чтобы в рейде не было метки, чтобы никто не выбегал. Просто видишь, да, сейчас типа ситуация была, что Войт умер, я остался один, кто на себе спавнит бесов. И на мне как раз метка была, то есть я должен был заходить на медитацию. Когда меня должен был кто-то подменять. В этом типа прикол двоих ловишь. А как хожу поймал, кстати? Смотри. Метку бесов? Демона. Там же все живые были. Я не знаю, как поймал, блядь. Прилетело, я вышел, отошел. Так она рандомно попала, видимо. Она же рандомно вешается, не на дальней цели. Прикольно. Ну, конечно, да, она рандомная. Метка демона, она рандомная, а бесы спавнятся только на дальней. Все, ладно. Все, понял, я понял, да. Хаваем рыбу, бафаемся. Что, все блядь? Смот. Ну, ебано, ну шо, тебе это... что? Поставь вот тут еще метку где-то, вот ближе сюда к воротам, вот здесь где-то. А что ты хочешь? То, это третий челик должен быть на РДД, и всегда в него должны метеоры лететь. Если на него кинется метка демона, то он должен поменяться с крестом местами. Ты сейчас какой-то велосипед придумал. А смысл тогда вообще крест? Я тебе объясню велосипед. Когда я стоял с меткой демона, и в меня кинулся метеор, я сдох. Такого не должно быть. Челик с меткой должен стоять ближе, чтобы на него метеор не кинулся. Тогда нам проще крест. Ты ближе и подходи. Он заражает. С меткой демона нельзя никуда подходить. Так у тебя же... Смотри, подожди, я понял. Ловим. Я понял, что он хочет. Я вот сюда крест давай сделаю. Вот сюда луну. Я так понимаю, крест дальше, чем луна будет. Правильно? Ну это от босса надо смотреть. Дальнего, блядь, от босса игрока. Очевидно, что... Да, крест дальше стоит. Ну и типа, и заражать ты не будешь с этого, с трусов. Дело-то не в заражении, дело в демонической длани, в метеоре, который... Ты же видишь, насколько от креста дальше, ой, блядь, от черепа дальше крест. Я просто говорю, главное, чтобы ты в трусах стоя не заражал череп. Вот и смотри, ситуация. На меня кинулась метка демона, я с ней стою в кресте, и в меня кидается демоническая длань, я умираю. В смысле, на тебя кинулась метка демона, ты бежишь, блядь, в треугольник, а летят все длани в этот, в луну, потому что ты стал ближе к боссу. А, ну все тогда. Давай даже луну немножко передвину, если тебе сыкотно. Сюда куда-нибудь. Давай дальше, подальше. Я все равно, блядь, все равно чуть дальше отхожу, потому что там угол. Все, вот так сделаем тогда. Все, готово? А сейчас первая на кого кидалась метка демона? Аж бафники. Я не помню. Нахожу первая кинулась метка демона. А, да, точно, вздох. Давай, Войт, покушать. Ой, блядь. Исчезла. Не успели. Ну, если взрываться не будет, то вообще хуйня собачья. Да нахуя еще? Не успели покушать. Да там Войт обычно поставил, не ешьте. Фу, как они ешь. Нормально, рыба. Прошлогодняя, кстати. Могу подавану дать еду на РПБ. Не надо мне еду на РПБ. Ты Коба сам сдавай мастера Ор, когда эти, блядь, бесы будут, хорошо? Я? Мастера сдавать Коба. Мастера. Он простан. Нет, я про мастера Ор говорю. Этот хожу, у тебя есть. Так, раз в 2 минуты мастера. Я понял, но все равно сдавай. Что тебя лишнего не будет? Что ты вам говоришь? Откидывалка есть или маска? Все, даю это. Не надо откидывать. Не, беса в комнате откинь. А, у меня символ. А, надо убрать. Поехали. Стали в череп. У меня семечко. Нормально семечко. Ну, давайте Геру, давай. Ну отдашь на 30%. На Монки семечко. Взрываются все равно.
Да. Коба, прожми 50 на 50. Я с меткой. Я понял. Так, а чё в кресте никого нет? Потому что я с меткой. Тихо, тихо. Прожу, ты зачем туда встал? Иди оттуда. Бывает. Что это было? Что это было? Семечка взорвала. Семечка! Нет, 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 это метка демона повесилась на всех. Это семечка взорвалась. Семечка. У меня семечка. Два крита. Семи больше, чё? Три крита. Сейчас я посмотрю. Бля, слышно, блядь, лопается больно, пиздец. И я не могу заставить этого человека. Давайте всё-таки выбегать. Ну, так, там На ком была, кто заметил? Да там на три человек в одно время держится семечка. Там две семечки по мне, по 21-31 тысяча. Просто щиты-то я поддерживаю, но они, когда начинают мобы выходить, они же мобы все равно взрываются. И все, через какое-то время уже щиты не выдерживаю. Кто-то вас уволил там. Ебать, я в седых холмах. А шо он тут, на кого он агрится? Нахожу во сне. Так он меня даже не бьет, он стоит куда-то вообще и хуй знает, лупит. Мы за тебя не можем. Выйдите с инста все. А все, поздно нахуй, сейчас мы пизды валим. Давайте бой... выносить семечки в пизду. Боя нет в инсте? Его выносить мы не, мы не будем успевать бесов бить. Почему? Ну, потому что я, например, вышел семечки вышел и где урон. А у бесов же есть агрессия. И они побегут на меня, типа. Вот сейчас, типа, они появляются очень, очень хорошо. Просто и урона может не хватить, понимаешь? Не, а что бесы такого сделают, если мы их убьем на полсекунды дольше? Не на полсекунды, там уже новые заспавнятся. И там они взорвутся все вместе тогда. Чего вы это делаете? Я задом скатываюсь. Е-е-е, я опять упал. Ну, блин, давай решать проблему по мере поступления. Проверим, хватит ли у нас ДПС. Ну, сейчас давай. Мы умираем от семечка. Блять, я заблудился, блять. А, что там опрес кусочку, да? Никто не резался. Да этот новат.